спортивная? Да. Я наконец-то стояла! Всем привет! Вы на канале Анютка Малютка! И сегодня у нас челлендж! Опа, мы хотим есть! Ну, а что вы хотите? Что-нибудь вкусненькое. Сладенькое, вкусненькое? Но нет, еду нужно заработать. А для того, чтобы вы поели, ну и я тоже, да, мы устроим челлендж, который называется «Вкусная, нейтральная и противная еда». У нас есть шапка и три бумажки, на которых, собственно, и написано «Нейтральная, вкусная и противная еда». Вкусная. Противная. Мама нам сначала дает три вида еды, нейтральную еду, вкусную и противную еду, а потом вытягиваем бумажечки и смотрим, что же нам придется. Ну что, ты сложила? Гармошка. Подождем. 2 hours later. Гармошка! Ля-ля-ля. Так не держишь. Все, молодец. Итак, первый раунд. Мама нам дала продукты, и тут что это? Что это? А, это авокадо. Картошечка. Картошка. Я так предполагаю, что авокадо это противное. Да. Картошечка нейтральная, положи. И Принглс чипсы вкусные. Ну что, кому что-то останется? Ну хотя нет, не так. Что, слюнки потекли? Тут написано нейтральная. Тебе картошечка. А мне чипсики. А бабки да. Авокадо. В общем, кто как хотел. Я, правда, не хотел совершенно авокадо. Картошечка, то, что я хотела, это кнопка. Солью было бы вкуснее. Да, но, к сожалению, соль не входит. Фу, авокадо я вообще не люблю. Да. Некоторые очень любят авокадо. А я не знаю. Ой. Я уже разрезал свой авокадо. Не знаю, как его вообще даже едят, честно говоря. Мне оно так не нравится. Или это он? Хотите попробовать? Нет. Но зато полезно. Это очень полезно для... Ну, полезно очень. Для... Да. Я тут чипсики уже поела, очень вкусненько было. Да. А я почти слопала всю картошку. Ну что ж. Мне не повезло, повезло Маше, она получает балл, ей досталась вкусная еда. Ура! Хотя Ане тоже понравилось, да? Не убивайся! Переходим к следующему туру. У нас второй раунд. У нас есть тут яйцо. Это нейтральный продукт. Да. Голубика. И лук. А нет. Консервированный лук, это, конечно, невкусно, мне кажется. А может, вкусно. Ну, поехали. Фу, нет! Вкусно. А не ты лук будешь есть. Противное достается Ане. Маше нейтральное яйцо, мне голубика. О, можно сразу отказаться? Ты тоже яйцо не будешь? Ой, вы что, все проиграли? Подождите, мы должны хотя бы открыть это и по... Ой, мне кажется, вкусно. Ну-ка. Мне не везет никогда. О, ну никогда, это, конечно, громко сказано. Иногда тебе не везет. Вот кому... Не везет, так это у меня. Столько голубик съесть. Ты уже попробовала свой лук? Давай я тебе помогу. Надо! Ну хоть чуть-чуть. Аня сейчас делает просто смертельный номер. Она нет? Решилась все-таки попробовать. Я чищу яйцо. Тоже, в общем-то, хорошее, хорошее дело. О, смотрите, лук уже практически у ворот. Осталось совсем немного, чтобы он залетел в рот. Нет, это нормально, потом заешь ягодкой быстренько.
Я тебе дам яичко. Давай. Отдай мне сразу. Фу. Чё? Аня у нас вообще не любит лук, она его вылавливает все время из супа, там, из всех любых других продуктов. Ну как тебе маринованный? Может, маринованный тебе нравится? Ну, смотрите, что-то ест. Вкусно? Ну как огурец же, да? Скажи, маринованный. Ладно, считается. В общем, чуть-чуть там что-то там полизала. Аня откусила. О, даже кусочек откусила. Поздравляем Аню. Ты съешь за меня. Да, Маша с удовольствием отдала свою нейтральную еду. Аня съела. Короче, мне кажется, все прошли это испытание, кроме Маши. Аня еще и лук съел, еще и нейтральное яйцо. Ну, а я побеждаю. А я побеждаю сегодня в этом раунде. Все голубичку поели. Поехали дальше. Нам мама принесла еду. Аня, давай, открывай глаза. Ну, как тебе? С первого раза и непонятно, что здесь вкусное, а что противное, а что нейтральное. А, нейтральное понятно, рис. Что? А это, деточка, инжир. Фу, это невкусное, да? Ну не знаю, кому-то останется невкусное. У нас тут вкусное, это у нас крабовые палочки, какие-то королевский краб. А это у нас нейтральное, рис. А невкусное, это инжир. Что знаешь, что такое, Аня, ты такой инжир там, что? Я не знаю, что такое инжир. Вообще, я первый раз это видел. Похоже на обычную тухлую грушу. Да, кстати. Точно, на тухлую грушу. Потому что она мягкая. Мягкая. Но может, кстати, для кого-то инжир тоже очень вкусный продукт. Итак. Ура! Мне вкусная попалась. Нейтральная. А тебе досталась противная инжир. Тухлая груша. Не везет никуда. Нет, не везет только... Во втором и первом раунде. Я сейчас буду есть краб. Крабовые палочки такие толстые. Между прочим, это не совсем крабовые палочки. С мясом натурального краба здесь написано. Так что это еще тот продукт. Ну, у меня рис. Давай инжир. Бери себе. А как его есть? Ну, наверное, как любую тухлую грушу его надо есть. То есть вообще не надо. Просто откусывай. Ну давай, пробуй, пробуй. Я ем свой нейтральный рис. А я? Ну, с этим нет никаких проблем. Ну-ка, давай. Опять у нас все внимание сосредоточено на Ане. На Ане, да. Что там? Что там внутри? Есть. Аня решила почистить свой инжир. Ну, как-то не так чистится хорошо. Ладно уже, ешь. Его не надо чистить. У меня очень вкусные крабовые палочки. Еще то же самое. Это не краб мясо. Ой, не мясо краба. Нету там мяса краба, да? Нет, это просто... Обман? Это просто крабовые палочки. Самые обычные, только большие. Нас обманули. Ну, давай уже, пробуй. Раз, два, три. Давай, я с тобой. Раз, два, три. Противное? Да. Давай, давай. Кусочек. Там же внутри что-то красное должно быть. Мне кажется, инжир очень вкусный продукт. Не знаю, почему ты морщишься. Да, надо почаще его тебе покупать. Ну вот, вот я съела. Да, я согласен. Аня съела, давайте ей поаплодируем. Второй раунд ей уже достается. Противная еда, а мы ждем следующего набора продуктов. Язык вкусный, потом хлеб нейтральный и... И самая вкуснятина, это печень трески. Вы только представьте себе печень трески. Ну давайте. Может, я делаю? Так, кому что достать? Ну что, ты вытащил? Ой, мне нет бумажки. А, есть. Давай поменяемся. Вот это. Вот это на. У меня арбуз, ура!
У меня противная печень трески. Ну я ладно. Аня снова не достал вкусное, но тебе зато досталось нейтральный хлеб. Я поделюсь кусиком. Да, я надеюсь, со всеми. Давайте, нож. Небольшая истерика у Танютки Малютки. О, почему он коричневый? Так, а я пока разрезаю арбуз, но вытекает какая-то странная коричневая жидкость. А нет, обычный. Без костей? Без костей? О, кажется, очень сладкий, да? Давай, сейчас пап, я не могу. Давай, я разрежу. Мне первый, это же мне досталось. Ну, мне кажется, он такой немножко зимний вариант, знаешь, не слишком такой уж прям сочный. Сладкий? Так. Аня ест хлеб, ну а мне досталось самое, как я уже сказал, вкусное. Печень трески. Мне кажется, это недооцененный продукт вами. Что, тебе неприятно? А я с удовольствием, знаете ли, противную печень трески поем. Только ты мне одолжи хлеб, Аня. Тут воняет теперь. Не воняет, а пахнет. А мне вкусно. Очень вкусно. Просто прелесть. Замечательный. У меня самый большой кусок. Замечательный раунд. У нас победила опять Маша. Но, тем не менее, все остальные участники очень довольны. Приятного аппетита. Ой, вкусно. Мы уже так объелись всего, что не хотим продолжения этого челленджа, но надо, потому что впереди у нас два раунда. Открывай глаза. И сегодня, и в этот час, в эту минуту у нас что? Мороженое, это у нас вкусное. Гречка, это у нас нейтральная. И... Тра-та-та-та. Козий жир. Почему жир? Это козий сыр. Козий сыр. Видите, козочка? Сыр. Конечно, сыр. Кому что достанется, выяснит наш жребий. Жребий. Вкусная, наконец, достается. Противная. Нейтральная. Ну что, разобрали все. Сейчас будем пробовать. Я не люблю гречку. Когда в садике давали, или в школе. А я не люблю козий сыр. Правда, его никто никогда мне не давал. Ни в садике, ни в школе. Но мне кажется, это что-то не очень. Невкусное. Ну, а у меня всегда вкусное. Да, у тебя мороженое. Мне бы вот ложечку бы, и вообще было бы супер. А посмотрите на мой слайм. Он хорошо тянется. Он классная у него текстура, такая очень приятная на ощупь. А у меня съедобный слайм, смотрите, я его сейчас ем. Тебе нельзя мороженое, ведь ты болеешь. А у меня, смотри, тоже съедобный слайм. Не, ну все-таки давайте, ну вы все попробовали, а я еще нет. Мне кажется, мне пора уже это сделать. Вкусно? Козий сыр, это, кажется, так вкусно. Ну, правда, какой-то потом привкус появился. Козы прям. Фу! Во рту прям потом почему-то пахнет козами. Фу! Но, в принципе, ладно, ничего. Итак, у нас побеждает в этом раунде Анна. Но выигрывает пока не Анна. Шпротная диета, девочки. Шпротная диета. Счет у нас 3-1-1. И у нас тут... И посмотрите, у нас какая красота сегодня. Шпроты. Это, конечно же, дети думают, что это противное. На самом деле, это очень вкусная вещь. Да? Я один раз пробовала. Ну вот, видишь, макароны и конфеты. О, мне достались конфеты, хотя их не люблю. Тебе достались макароны нейтральные, а тебе противные. Нет, не думаю, что это правильно. Я с удовольствием буду есть. Аня ест с удовольствием макароны. Я без удовольствия конфеты.
а я без удовольствия шпроты. Мне кажется, здесь нужен крупный кадр, чтобы мы показали, как Мария, с какой, с каким вкусом, слушай, с маком ест это. Вкусно. Послушай, шпроты, это вкуснятина. Это деликатес. Раньше я пробовала вообще на это. Ну-ка попробуй. Что, тебе не нравятся шпроты? Ой, шпроты, диета, девочки, не удалось. Но я все равно как бы выиграла, поэтому я даже а, не А, ты отказываешься? Да. Аня, ну мы тогда с тобой поедим. Фух, воняет. Итак, несмотря на то, что Мария отказывается участвовать в последнем конкурсе, она побеждает с нашим вкусным челленджем. Поздравляем. Ну все, обед завершен, плавно переходящий в ужин. Ну, короче, мне больше всего понравился, ну, арбуз, понятно. А для меня новый вкус был, например, козий сыр. А так для меня можно? Мороженое и макароны. Вот, а картошку как ты ела в первый раунд? А раунде. Точно. А мне еще чипсы понравились. Ну, короче, было масса всего вкусного. Правда, было много чего невкусного. Но мы это и не стали есть. Да. На этом наш челлендж завершен. Обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Всем пока!